ведите себя хорошо. Не обзывайтесь, не толкайтесь. И, пожалуйста, не деритесь. В конце концов, в вашем возрасте это неприлично. Обычно наши родители ведут себя хорошо. Но все меняется, когда приезжают родители наших родителей. Сюрприз! Не ждали. Если в доме сына, меня не уважают! Уважение нужно заслужить! С каких-то пор у нас нормальная семья. Нормальное – понятие относительное. Относительно дурдома – нормальное. И тогда в гости приходит семейный доктор Коган. Здравствуйте. А у нас все хорошо. Вы не поверите, это наши родители. Кричат они. Могли бы уже привыкнуть. Марина! Мама! Это такой метод семейной терапии доктора Когана. Ох, возьмусь за тебя в этот раз! Стоило столько лет косить от армии. Десант! Никто, кроме нас! Ты что на себя напялила? Сам ты бабуля. Добрый день, господа. Разговорчики в строю. Мне кажется, они снова не в себе. Главное, что превратились не в нас. Мы передаем в руки наших замечательных партнеров... Этот ключ нашла в подкладке дневника Карла Фаберже. Но каким идиотам придет в голову искать шкатулки с бриллиантами еще бесценную партитуру? Нам? Вам сколько раз говорить? Это не мои яйца. Это яйца нашей родины! Ядрёна матрёна. Наших детей похитили. Отдайте шкатулку, и никто не пострадает. Совсем сами разберемся. Налегай на сгущенку. И вкусно, и полезно. Отставить рекламу, стать стройным. Ты смотри, с утра работает. Опа! Сними ты ужас этот с моего тела. Пап, ты не ударишь пожилого человека. Давайте без экстрима. Счастливого полета. Добрый вечер. А что? Солдафон. Мы мармузины. А что, можно подумать, в вашей семье все нормально. Ура! Зато с нами веселее. И город чище.